На улице потеплело, пришло время весенних нарядов, и вдруг выясняется, что все любимые платья предательски малы. Знакомая история. А если при этом вас еще просто передергивает от слова «диета»? Выход, оказывается, есть даже в таком случае. Наш любимый тренер Игорь Обуховский прямо сейчас покажет комплекс удивительно эффективных упражнений. Вы сможете похудеть на 7 килограммов за 3 недели. Игорь, это просто какое-то чудо. Как это возможно? Да, сегодня мы будем говорить об очень эффективном комплексе. Он очень интенсивный. Упражнение нужно выполнять всего 4 минуты в день, и вы получите потрясающий результат. И вот по какому поводу я обратилась к Игорю именно за этим комплексом. Очень эффективным и действенным. Не так давно к нам во «Все буду добры» пришло письмо от нашей зрительницы из Киева, Оли. Она столкнулась с проблемой, которая знакома очень многим женщинам. К сожалению, поправилась. Давайте посмотрим. Ольга – щаслива мама двох донечок. Як і більшість жінок, після пологів вона набрала зайві кілограми. І хоч відтоді вже минуло чимало часу, проте повернути собі колишню форму їй так і не вдалося. Нині бажання схуднути для Ольги актуально як ніколи. Через 3 недели у нас с мужем годовщина 10 лет с момента знакомства. И я очень хочу влезть в его любимое платье. Это платье особенное, потому как он подарил мне его, когда я забеременела первой доченькой Ирочкой. Нині від омріяної сукні жінку відділяє 12 кілограмів. Ходить по спортзалам, заниматься спортом, как-то у меня сейчас не получается, потому что двое детей, и весь мой день проходит в домашних делах, в готовке, уборке. Ольга вже майже зневірила, що зможе схуднути за такий короткий термін та здивувати коханого, вбравшись у цю особливу сукню. Мы встретились с Олей, я показал ей комплекс очень эффективных и простых упражнений. Она обещала выполнять их регулярно, ну и сегодня мы проверим результат. Посмотрим, смогла ли Оленька надеть свое любимое платье. Оля, идите к нам. Располагайтесь. Олечка, я вижу, что вы надели платье, которое было 10 лет назад на вас, да? И да, которым вы хотели порадовать своего дорогого супруга. Да, мой муж был в шоке. Он не ожидал такого. Он даже не видел, когда я занимаюсь. Он не замечал диеты никакой. Поэтому, когда на нашу годовщину я одела это платье, он был просто в шоке. Было очень приятно. Я думаю, я буду продолжать дальше. Олечка, а вы знаете, на сколько килограммов вы похудели? Нет, не знаю. Я не взвешивалась, а ориентировалась только на платье. Платье подошло, но давайте все-таки посмотрим, на сколько килограмм похудела Оля и как работают такие тренировки. Давайте. 3 недели назад, до начала тренировок, Оля весила 120 килограммов. А сейчас вес Оли 111 килограммов. Оля, вы похудели на 9 килограммов за 3 недели. Мне самой не верится. Я не ожидала такого результата. Это просто супер. Я думаю, Олечка, что вы с удовольствием присоединитесь к нам, когда мы будем разучивать упражнения. Да. Переоденетесь в спортивный костюм. Да. Ждем. Игорь. Да, Надюш. Ну как же так получается, что тренировка длится всего 4 минуты в день, а результат просто потрясающий? Почему этот комплекс такой суперэффективный? Тренировки по методике Табата были придуманы физиологом японским Табата. Он проводил много экспериментов и вывел такую закономерность, что если выполнять упражнения короткими интервалами по 20 секунд и делать между ними перерывы 10 секунд для отдыха, и делать такие упражнения в течение 4 минут, вы получаете максимальный эффект. Причем как для снижения веса, так и для тренировки мышц. В итоге, конечно, нужно заниматься очень интенсивно, сверхинтенсивно, буквально за 4 минуты вы выкладываетесь на все 100%, но и получаем хороший результат. А все потому, что даже когда мы прекращаем наши тренировки, организм продолжает расходовать лишний вес, потому что наш метаболизм ускоряется. Здорово! Оленька уже переоделась в спортивный костюм. Возвращайтесь, Олечка. Здесь важно знать о противопоказаниях. Раз комплекс такой эффективный и интенсивный. Надюш, ты права, но я начал бы даже с показаний к выполнению таких тренировок. В первую очередь вы должны иметь уровень подготовки средний и выше. Потому что это действительно очень высокоинтенсивная нагрузка. И если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с давлением, то, конечно, такие тренировки вам не подойдут. Вам предварительно нужно сбросить лишний вес, и только потом, по мере улучшения физической формы, переходить к таким
тренировкам. Ну и кроме того, даже если вы находитесь в хорошей форме и вы почувствовали головокружение, у вас потемнело в глазах, немедленно прекращайте такие тренировки. У нас будет несколько упражнений, это как бы отдельные комплексы. Первый комплекс состоит из двух упражнений. Это приседания с выпрыгиваниями. Мы приседаем вниз и делаем легкий прыжок. Важно очень мягко приземляться и не травмировать суставы. Прыгаем как кошечки. И оп. Угу. Отлично. Это первое упражнение. 20 секунд прошло, мы сразу переходим ко второму упражнению. Это бег с высоким подниманием колен. 20 секунд прошло, мы 10 секунд отдыхаем и снова повторяем. Приседание с выпрыгиванием и бег с высоким подниманием колен. В интервале табата 8 раундов. 4 раунда у нас здесь будут приседания с выпрыгиванием и 4 раунда бег с высоким подниманием колен. Приготовились. 20 секунд приседания и выпрыгивания вверх. Раз. Да, кстати, пока мы прыгаем, я еще скажу очень хороший, важный нюанс. Желательно за эти 20 секунд сделать как можно больше повторений, но при этом, чтобы техника не страдала. Часто бывает так, когда занимающийся очень ускоряется, например, выполняя приседания, то они напоминают непонятные движения, совершенно инерционные, и они не такие эффективные для проработки наших мышц. 20 секунд, прошло 10, мы восстановились, но не совсем, и сразу переходим ко второму упражнению. Это бег с высоким подниманием колен. И если вы хотите похудеть, как Оля, на 9 килограмм, то колени надо поднимать выше и бегать быстрее. Это был второй интервал. 10 секунд отдышаться, фух, восстановить дыхание. И дальше третий, снова присед и выпрыгивание. 8 интервалов. Оля, у тебя с самого начала получалось выполнять то, что мы делали? Нет, нет, сначала не получалось. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, часто так бывает, если у вас не очень хороший уровень подготовки, вы можете делать, например, за 20 секунд всего 5-6 прыжков, давая себе возможность отдохнуть не так быстро. Но потом постепенно, как ваш уровень будет расти, вы сможете ускориться и сделать такое количество, как мы сегодня. Это первый комплекс. Ну, чтобы нам было не скучно, покажу сразу второй. Он тоже задействует мышцы ног, и в нем есть прыжки. Мы ставим ноги пошире, приседаем вниз, и во время подъема локтем касаемся колен. Во время приседа старайтесь опуститься как можно ниже, таз отвести назад, а во время подъема колено поднять как можно выше. И опять же старайтесь делать как можно большее количество повторений. Оп! Оп! Я чувствую, остается 5 секунд. Надо еще ускориться. И последнее. Опа! Фух. Стряхнули ноги. Делаем вдох. Выдох. И следующее упражнение. Прыжки ноги врозь, ноги вместе. 20 секунд прыгаем. Очень простое движение, но очень мягко приземляемся. Давайте. Оп. Оп. Ну, а чтобы веселее было делать, дома вы можете включить музыку, ту, которая вам нравится. И тогда время в 4 минуты вообще пролетит незаметно. Все. Игорь, ты сказал, что эта система состоит из нескольких комплексов. Вот два мы уже сделали, один еще сделаем. Нужно отдыхать только 10 секунд, но я прошу, хотя бы немножечко. Нет, между комплексами, которые вы делаете, кстати, вы можете делать в течение дня 2-3 комплекса. Да, это займет у вас 8-12 минут и больше, но при этом результат будет гораздо быстрее и ярче. А, Оленька, у вас есть уже какой-то любимый из этих комплексов? Что понравилось делать больше всего? Второй комплекс мне понравился больше всего. У меня после него такое ощущение, что я как будто бы генеральную уборку дома сделал. То есть вот эти прыжки, которые мы сейчас сделали. Да, да. Последняя табата будет состоять всего из одного упражнения, но оно комбинированное и очень сложное. Опускаемся вниз, прыжок, отжаться и выпрыгнуть вверх. Опускаемся вниз, ладони кладем на коврик, затем выпрыгиваем в положение планка. Оп. Выполняем одно отжимание, прыгаем вперед и отсюда выпрыгиваем вверх. Поехали. Оп, оп, оп. Раз, два, три, четыре. Оп, все, больше не могу. Ну вот именно так получается, что какой-то комплекс у вас не выходит, и поэтому у вас есть выбор, целых 3 комплекса. Вы можете выполнять любой из них, либо чередовать в один день
один комплекс, другой день другой. Угу. Я люблю, когда есть выбор. Отлично, и хорошо, что ты его предоставил, потому что Оля таким образом выбрала для себя второй комплекс. Да. Оля, прекрасно, что вы доказали на себе, что этот комплекс действительно работает. Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку подписаться, чтобы первым увидеть новое видео.